Всем привет, с вами Полти. Добро пожаловать на канал, и мы все с вами используем пароли на наших устройствах. Если в 2021 году вы используете iPhone и не поставили хотя бы пароль, то это очень небезопасно. Я вам рекомендую установить пароль и его запомнить, потому что если вы его забываете, здесь начинаются проблемы. Есть несколько способов, как можно скинуть этот пароль. На Mac-компьютерах это сделать очень просто, но на Windows'ах таких приложений просто не было. Сегодня я хочу показать вам программу под названием Mobi Unlock. С помощью этой программы вы сможете скинуть ваш пароль, если вы его забыли на вашем устройстве. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Скачав приложение на ваш компьютер, вы увидите этот экран. Вам необходимо подключить ваше iOS-устройство к компьютеру, и после этого будет доступна кнопка «Старт». Делать это все нужно только реально в том случае, когда вы забыли пароль от вашего устройства. Если это реально так и вы не помните, вы не можете попасть на ваше устройство, используйте программу Mobi Unlock. Здесь вы нажимаете на кнопку «Старт», и далее вы видите экран, где просят подтвердить версию вашей iOS. Вы видите, что это 11 Pro Max, сейчас актуальная версия для него это 14.2, и там же сейчас и установлена 14.2. Если версии прошивки на вашем компьютере нет, вы можете нажать на кнопку «Download Firmware» и скачается эта версия iOS на компьютер. Если же iOS уже скачана, можно нажать на кнопку Select и выбрать эту версию на вашем компьютере. После того, как скачается сама iOS на компьютер, вы можете скидывать пароль вашего iOS-устройства. Здесь внизу необходимо нажать на кнопку Verify Firmware. После того, как пройдет подтверждение вашей прошивки, у вас вылезет окно предупреждения. Здесь говорится о том, что вся информация полностью удалится, и этот факт нужно учитывать. Также вам необходимо помнить пароль от Apple ID, чтобы вы потом могли войти в ваше устройство, потому что оно завязано на Apple ID. После того, как вы сделаете восстановление, я не рекомендую восстанавливаться из резервной копии, потому что, скорее всего, там есть пароль, и он просто вернется. После подтверждения, что вы ознакомлены с информацией, начнется процесс восстановления вашего устройства. Оно, грубо говоря, обновится на самую последнюю версию iOS, которую вы видели в программе, и устройство включится. После этого вам необходимо будет настроить ваше устройство как новое, ввести тот Apple ID, который был использован, и, как вы видите, пароля уже нет. Это определенный плюс. Вы теряете всю информацию, которую, конечно, можно восстановить из того же iCloud, но не из резервной копии, которую вы делали на вашем компьютере. Но с другой стороны, у вас уже нет пароля, и вы можете в настройках переназначить нужный пароль на ваше устройство. Разумеется, у приложения есть бесплатный пробный период, и также перед вами цены на программы на разное время. На один месяц, год, пожизненно и так далее. Например, если вы выберете на один месяц, то есть специальный купон. Вы видите стоимость сейчас перед вами, и есть кнопка под названием «Ввести купон». Сюда вы можете вбить купон, который будет в описании к видео, нажимать на кнопку «Применить», и стоимость уже значительно меньше. Так что это реально неплохая скидка, и приложение можно в целом купить даже полностью, если вы часто забываете ваш пароль. В общем, все полезные ссылки на Mobi Unlock, все купоны будут в описании к этому видео. Переходите и скачивайте эту полезную программу. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. Пока!